Сегодня у нас 9 мая, второй день покатушек. Жека на взлете, Андрюха тоже. Потихоньку выезжаем сегодня. А чтоб когда мы подъехали, сенсор срабатывает и переключается на зеленый. Вот на горе вот это здание, называется Шаумберг. Туда мы сейчас едем. Будем любоваться красотой сверху. Итак, подъезжаем ближе к Шаумбергу. Жень, смотри, здесь налево будет въезд. Вот он. Езжай прямо и упрёшься. Там видишь такие ящики квадратные? Вот к ним подъезжай. Прямо. Вот мы приехали. Поехали, да, Дим, по ней? Вот по той дороге. Да. Не, мы по той где-то ехали. Вон оттуда мы приехали. У нас ферма была с левой стороны. Нет, мы ехали, вот это была гора, вот тут. Не, не ехали с той стороны. Мы не могли по той. Вон, мы, наверное, вон, по той. Мы говорим, по той. Вот ферма была с левой стороны. Мне понравилось, когда мы поля проезжали. Да, ваши 9 их видели. А ты видел там косули на поле были? Две косульки. Тупо две косульки на поле сдалека. Я Диме, ну, сказал, а он, ну, за холм заехал. Классно. Там ходят, да, гуляют. Слышали запах молока? Прям проезжали в каком-то месте такой. Я бы сказал, топленого такого, 3-2% жирности. И, наверное, с буренки черно-белой. Что это за здание? Напихали на них. Например, самая высокая точка тут, поэтому связь так правильно. А мы туда сможем как-то поднять? Есть такие штуки? Телефоны куда? До тарелок? Есть там? Нет, есть, есть. Сейчас пойдем, сейчас увидим. Сейчас мы туда заберемся, сюда заберемся. Ну вот, в общем, здесь вот такая кафешечка. Классно. Вот такое. Тут нечего смотреть. Наши байки. Вот нам сейчас туда и туда. Так, дата, время, лифт, идем на 7-й, да, на 7-й этаж. На 7-е небо. Что-то как-то мне уже сык от мата. Вот примерно так мы подняли. Пошли дальше. Куда? Вот туда прямо заходи. Какой ты? 11-й. Добрались наверх. Вон наши мопеды. Мы на башне. Вот такой вид у нас открылся еще больше. Вот можно в бинокль понаблюдать. Вон второй. Вот так вот как-то.
Мы в кинотеатре. Точно, что в кинотеатре. Еще язык русский, да? Да нет, ну так все понятно. Знаешь, молоком пашет. Сходим на этаж ниже. Влево. Мужской, да. Вот, короче, в библиотеку зашли. В общем, встретили мы тут двух дядей каких-то серьезных. Да. Пошли дальше. День победы. Но здесь можно прослушать всю информацию, о которых там картины, все исторические рассказы. Можно просто прислонить в уху и послушать, там вот кнопками выбрать, о чем, что конкретно интересует. В общем, вот так. Зашли покушать вот у нас в таком виде, в таком месте классном. Короче, на высшем уровне даже розочка стоит. Вот так просто все, серьезно. Готовят нас скорее для Лебёна. Поэтому мы сейчас тут подогреемся и налили Лебёна. Теперь выдвигаем в сторону Заар-шляйфа, нашего знаменитого Заарландской петли. Вот, специально для Андрюхи. Осталось нам еще 33 минуты и 30 километров. То есть дорога сейчас более-менее должна пойти без деревень, нормальная. Ну вот у нас даже такие перекрестки есть. Если это для кого-то новость. И леса такие красивые есть. Если это для кого-то новость.
нету уже. Вот мы и приехали. Это Люксембург? Это Германия. А приехали чего? Не понял. Просто приехали, да? Не, мы вот этот, как я обещал, Зааршляйф, вид. Там тащится что-то, не понимаешь, по глазам не видишь. Вот сейчас, казалось бы, лес, да? Ничего особенного. Вот здесь буквально 30 метров, 20. Там вид такой капец, там речка, гора, там вообще офигеть. Сойдем.